Ну, русским людям вообще свойственно верить в приметы, но я считаю, что вот в этой ситуации, ну, как-то нужно, не знаю, пораскинуть мозгами и понять, что все-таки могут существовать какие-то технические неполадки, все-таки это олимпийский огонь, он уже такой путь проделал. И тем более по отношению ко взрослому человеку, который еще и поддерживал страну, как я знаю, там на Олимпийских играх. Я считаю, ну это как-то некорректно и некрасиво. И будем надеяться, что все-таки с Олимпиадой все будет замечательно, и она пройдет удачно и успешно.